Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Гантриус, мы продолжаем играть The Witness, да, надо все-таки закончить данную игру, потому что вот сколько уже не можем закончить, так что мы снова вернулись в пещеру, потому что я не смог пройти на самом-то деле ту музыкальную шкатулку, вообще, в принципе, музыкальное испытание, потому что, ну, оно слишком сложное для меня почему-то, но, возможно, я к нему вернусь чутка попозже, чутка, и, возможно, все-таки пройду его. Но я уверен, что там, скорее всего, точнее, я смотрел там, что там находится, точнее, ну, в принципе, что там находится, что за коробочка. Это типичная коробочка, которую мы видели, которая, ну, себе таит просто вот эту символ, чтобы кинотеатр активировать, какой-нибудь фильм какой-нибудь. То есть, какой-то длинный, мелкий, еще какой-то. Но мы вернулись сюда, и что нас ждет за этой дверью, не ясно. Так что, вот, смотрите, давайте сюда встанем. И что это у нас? А это у нас загадки. И мы должны их разделить. Вот. Тут сложно, непонятно. Ай, видите, видите, они еще закрываются. Но сохранилось. Видите, сохранилось. Некоторые загадки тут реально сейчас будут сложно, наверное. Потому что, ну, по левой стороне видно, что это какая-то сложная. Не, вообще непонятно. Это довольно сложно, реально непонятно. Но это сохраняется. Что довольно удивительно. О! Найс! Найс! Прям с четвертого раза и... Слышите? Сейчас. Мы прошли, да. Ну-ка, слышите? Музыка, впервые музыка здесь. Отлично. Прям супер. Блин, даже как-то прикольно. И тут у нас столбцы такие. О, это же... Да-да-да, это то самое место, где мы проплывали. Точнее, я проплывал. И вот там мы видели, вот здесь нашли аудиожурнал вроде бы, если не ошибаюсь. Женщина с ребенком, у которого кораблик. Тут нет никаких подсказок, загадочек. Ну, вдруг. Потому что, может быть, игра в себе таит много чего прикольного. Ладно, давайте попробуем решить. Тут достаточно, наверное, все легко. А, видите, вот. Да. Так. Вот так вот. Угу. Что не так? О, отлично. Так, а давайте по порядку решать. Ну, то есть вот тут так, вот так вот. Так, у нас здесь разделение. Ну, тут все достаточно, наверное, просто. А почему? Я это пропустил, что ли? О, отлично. Так, и тут следующее. Так, ну здесь у нас понятно, что надо просто разделить, как кусочек какой-то. Ну, мы просто вот так вот делаем. А почему? Хитрюга спрятался. Непонятно. О, отлично. Класс. Так, вот здесь. Блин, с этим было сложно. С этим, наверное, тоже будет сложно. Хотя, стоп. Здесь просто отделить. Здесь просто задействовать. Все.
То есть просто как-то их разделить? Разделить их как-то даже. Нет, пару оставить. Да? Или что? Не, подожди-ка. Надо пару именно оставить. Ну, тут сложно. Может, вот как-то так. Не, надо все задействовать. И вот, отлично, да. Чего я сразу не догадался? О, вот это выглядит просто, чем вот это, с фигурками. Или нет? Нет, это выглядит посложнее немного. Тут с разных можно начать. Ну да, тут уже сложнее, сложнее. Так, давайте попробуем тогда с фигурками решить, да? Ну давай, фигурки. Так, вот здесь так. Тут вроде все достаточно просто. Надо попробовать обрисовать Элку, да? Ну то есть вот так вот. Вот так вот. Подожди, куда ты ускорился-то? Не, а почему неправильно? А, ну точно. Здесь же три. Вот. Да, именно так. Так, а теперь эту. Блин, с какой стороны? Здесь три вроде, да? Где? Да, здесь еще одна. Нет, четыре? Нет, три, три. Да. Перепутал. Бывает, бывает. Блин, ну музыка, музыка. Впервые музыка. Это же шикарно. Мне показалось, как будто свет где-то был. Прикольно. Так, вот это выглядит достаточно сложно. Так, сюда вниз. Вот сюда. Нет, не паниковать. Стоп, 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 стоп. Нет, не сюда. Нет, вот сюда. Или стоп, нет. Или все-таки вот так вот. Вот так вот. А, не, подожди, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Не. О, отлично, найс. Так, и вот здесь тоже следующее. Ну, тут просто надо ввести их, вот этих. Так, и вот. Так, у нас здесь есть две колючки и квадратикс. Ну, давай попробуем решить тебя. Подожди, здесь один только путь. Да, здесь только один путь. Значит, вот этот. Значит, надо их как-то разделить, но при этом еще и колючки оставить, да? Так просто не получится. Они зеркальные, они зеркальные. Зеркальные, это, конечно, да. Так, ну, постоянный челлендж. И вот так вот, да. О, я так быстро решил. О, что это, что это? Это лифт? Или что это? Что это? Ну, похоже на лифт какой-то, только необычный какой-то. Воу, что это? Подожди, мы близки-то к концовке? Бро, это же круто. Блин, а тут есть еще вторая концовка? Ну, блин, база же должна быть. Еще одна концовочка какая-нибудь. Да, это лифт. И... мы должны решить еще одну загадку, чтобы дорожку нам приложили. Ну, что дорожку здесь выложили. Походу, да. Так, и здесь два. Здесь один только. Нам также нужно.
О-о-о, сколько здесь много. И ура! Лифт открылся. А дорожки не будет? О, кайф, кайф, кайф. Блин, вот ты концовка, ну давайте зайдем. Музыка и прочее. Эх, ну давайте войдем. А-а-а, смотрите. Ну и все. А, еще вон. А, стоп. А, и вот, смотрите. Е, достижение! Звезда вечером. Да, там еще звуковой. Мы взлетаем! Мы взлетаем! Что? Мы взлетаем, что? Как это возможно? И смотрите. Весь остров будет с полета просто. О, я этого не видел, этого мужичка. Как он здесь оказался? Закрывается. И пропадает. Блин, как круто! Здорово, мы прям реально летим. То есть тень. Пузырек в потоке. Пузырек в потоке. Пузырек в потоке. Вау, мы так пролетаем вообще аккуратно, просто. Жесть. О! Вот, здесь все. Оно будет опять возвращено в обратную. Вот эта локация мне, кстати, очень запомнилась из-за головоломок. Прикольных таких, неудивительных вообще, в принципе. Все, мы просто как камера летающая. Вот эта тоже локация была прикольная. Необычная. Блин, так, да, как-то даже немножко грустно, но и за душу берет, ведь мы смогли такой огромный путь проделать по всему острову, решить многие загадки и прочее. Видите, они убираются опять, они убираются, лол. Вспышка грозы в летнем облаке. Вспышка грозы в летнем облаке. Они так еще повторяют. И что самое забавное, мы до сих пор не сгадали загадку с облаками. Видите, до сих пор какая-то тучка одна осталась. И вот тоже. Вот. Все это перестает работать. Все вот эти кабельки, шнурки и так далее. Блин, это даже как-то немного печально. Но, блин, игра очень красивая и очень сильно не запомнилась. Очень классная такая. Философские темы и прочее. А двери закрываться будут? Да, и двери закрываются. Блин, это прикольно. Мы вот так вот пролетаем. Блин, ну игра очень классная, серьезно. Прям вот за душу берет. Она, конечно, не всем понравится, что, ну, мерцающая лампа.
Да, прям на это акционируют. Мерцающая лампа. А чё, говорю, не всем эта игрушка понравится, потому что, ну, не все любят долгие загадки, вот это прям голову себе ломать, но от этого она и прикольная. Блин, мы так пролетаем вообще все аккуратно просто, на столик вот. Оп, закрылось это. Это тоже выключается. Блин, помню нашу первую локацию, вот это именно. Мы вроде именно эту первую открыли, ну вот этот лазер. Да? Ну да. Блин. Все выключается. Мы пролетаем над всем. И возвращаемся обратно в замок. Мы обратно возвращаемся в замок. Опять в это начало. Мы делаем такие большие закорюки. Все, я даже могу шевелить камеру уже. А эти лазеры, они тоже выключаются, наверное. Или будут? Фантом. И... Стоп, мы возвращаемся оттуда, откуда мы начали. Это удивительно. То есть мы такой огромный путь проделали. Точнее, это, наверное, типа... Как бы... Выходим из ямы... На свет, в прекрасный мир выходим. То есть из своей маленькой норки, пещерки. И вот так вот, хоп. То есть... Как бы... Рождаемся, можно даже сказать. Рождаемся из этой глубокой тьмы на свет. Выходим и начинаем исследовать этот мир удивительный. Блин, игрушка реально прикольная. Это вот настолько классная игра, посмотрите. И сон. Фантом и сон. Ну, вот и все получается. Мы... Концовку получили, это было действительно прикольно, вот в таком вот оказаться вместе, мы все это прошли. Честно говоря, это было прикольно на это все подумать, потому что, ну, это удивительно, на самом деле, игра, она очень философская, в ней много тем затрагивается, и я сам, на самом деле, погружался в эту игру, она была действительно удивительная и вот потрясающая. И, честно говоря, об этой игре много чего сказать. Кстати, вот, после того, как закончилась концовка, то есть, меня просто вылетело, то есть, игра просто выключилась, типа, вот, все, ты окончил путь. И, блин, вот столько все передается, то есть, вот эта гора, то есть, вот эта гора, лабиринты и прочее, это какой-то этап нашей жизни, то есть... Замок это что-то такое детское, веселое, прикольное, неизведанное, запертое еще. А потом ты выходишь из замка, по дорожке идешь и наслаждаешься видом, то есть это все исследуешь, новый мир, погружаясь во взрослую жизнь, но до сих пор тебя вот это чувство детского чего-то не покидает. И в итоге ты это все проходишь все эти болота и так далее, и как-то какие-то все этапы жизни как бы вот намекает. И вот гора, как бы вот старость наша, смерть, то есть мы приходим к этому, к этой великой горе и оканчиваем здесь свою жизнь, которую прожили очень хорошо и не зря. То есть, ну, я так лично понимаю, потому что, ну, серьезно, это реально хорошая игра для размышлений и так далее, и просто для... Просто, чтобы отдохнуть, просто. Не запариваясь ни о чем. Да, загадки, они сложные, но с каждым разом они все легче и легче. Ведь ты вникаешься в них, понимаешь, как они работают. Такие вот дела, на самом деле, я лично о многом думаю, потому что, наверное, многие люди такие посмотрят и такая, блин, что это за концовка такая, какая-то странная. Мы не получили ничего, никакого опыта, экспириенса, то есть достижений и все. Ребята... Это не та игра, где это всего требует. Концовка — это просто небольшое дополнение к самому процессу игры. Ведь мы получали кайф и вообще, в принципе, все от самой игры. Загадки все эти, процессы, аудиожурналы, просто красота всему мира и прочее.
даже банальная статуя под каким-то углом становится чем-то большим. И вот из-за этой игры у меня намного больше фантазии стало, намного больше каких-то мыслей, вера, наука. Все это как-то смешалось и получилась какая-то каша, но причем вкусная каша, а не просто какая-то каша безвкусная. Где-то добавил пару серых ингредиентов и получилось ничего, просто масса. А тут добавляются специи, различные дополнительные фрукты. И вот это все смешивается, и в итоге получается хорошая насыщенная каша с витаминами. И тут то же самое. Игра, она потрясающая в другом. Не в том, что вот где катсцены, где концовка нормально достойная там. Нет, сам процесс игры, именно сам процесс игры доставляет весь кайф, все удовольствие и весь смысл игры практически. Еще аудиожурналы, конечно, тоже потрясающие, различные ученые, цитаты великих, в принципе, людей. Это все тоже дополняет, как бы, к своей фантазии. И вот у меня прям мост такой, опа, и я просто приоткрыл для себя какую-то небольшую дверцу для фантазии, для размышлений, какую-то пищу для мозгов, чтобы она, ну, просто вот приоткрылась, то есть... Все вот это все очень сильно повлияло на меня. Серьезно, эта игрушка очень сильно потрясающая. Тем, кто нравится вот загадки и так далее, это точно стоит прям пройти ее. Поначалу она будет действительно сложной, но вы войдете во вкус. Вам действительно понравится вот это все. Какое-то умиротворение, никакой музыки, то есть чтобы ничего не отвлекало и так далее. То есть... Вам понравится игрушка, если вы любите загадки и просто вот эти все размышления и так далее. Так что, да. Короче, я не знаю, что мы дальше будем, но, скорее всего, мы какие-то другие еще загадки решим. Возможно, которые до сих пор не остались, какие-то аудиожурналы. Возможно, есть вторая концовка. Возможно, я не уверен точно. И мы ее пройдем, потому что, ну, интересная игра. Все такие дела. Реально, игрушка потрясающая, она мне очень понравилась. Либо я могу все оставить как есть, типа вот мы завершили цикл, лифт, типа вот все, окончание игры, первая концовка, и самая такая логичная, и самая такая правильная. Но есть и вторая концовка, наверное. Я не уверен точно, скорее всего есть, потому что, ну, в этой игре должно быть две концовки. Потому что, ну, либо как дополнение к первой концовке. Так что, да. Так что, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Агантриус. Всем удачи, всем пока.